Друзья, всех приветствую! Итак, в предыдущем видео мы производили облицовку душевой кабинки керамогранитом 1200 на 200. Далее будем производить облицовку керамогранитом 1200 на 600. Для меня было удобнее наносить клей на плитку. Клей наносим гребенкой 10 мм. Также клей применяю марки C2 для крупноформатной плитки. Ну и обязательно усаживаем плитку виброприсоской. Далее мы фиксируем. Вот так вот у нас получилось. Ну а сейчас нам предстоит поднять плитку наверх. Плитка, да еще и с клеем, очень тяжелая. Ну и из-за этого цена большая. Стоимость укладки такой плитки стоит 2500 рублей. У некоторых 3000. Да и не всякий пойдет за 3 рубля надрываться. Далее делаем разметку для следующих плит. Снимаем размеры для отверстий в инсталляции и переносим все размеры на плитку. Возьмем наш наборчик, ну и выберем алмазную коронку в нужный нам размер. В моем случае это 110. Сначала мы делаем отметку на маленьких оборотах. Таким способом коронка не соскочит с плитки. Затем с помощью воды ускоряем процесс. Ну вот, отверстие сделали быстро и качественно. Теперь произведем облицовку инсталляции. Да, все идет как по маслу. Систему выравнивания плитки будем применять от завод Пластик Руси. Размер СВП 1,2 мм. Данная система неплохо себя зарекомендовала. Ну и если кому будет интересно, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео, где их можно приобрести. Ну и как вы видите, система удаляется очень легко и нигде не ломается. Зазоры между плиткой я оставлял в 1,5 мм. Для контроля швами я использовал вот такие вот подковы. Таким образом СВП не зажимает и с легкостью удаляется. Ну что ж, прямые мы кинули и далее приступим к откосам. Соответственно, снимаем фаску и приступаем к облицовке. Но это вы увидите в следующей, третьей части. Ну а для тех, кто не видел первую часть, я оставлю ссылку в описании видео. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.